друзья мои, и с вами я, Светлана Ата. Сегодня мы с вами будем готовить летний салат из батлиджанов, из красного перца и зеленого перца. Так вот, что нужно сделать? Нужно помыть, отрезать попки, наколоть в нескольких местах и затем обмазать батлиджан каждый и все, что вы видите, перчик, и это растительным маслом. И отправить все в духовку для полного приготовления. Так вот, друзья мои, такой салат подойдет и с йогурта вместе с чесночком, и можно также маслом растительным и оливковым, и подавать вместе с мясом, с курицей, с рыбой. Ну что, все, отправляем это в духовку. Ну что, все готово, все приготовилось, спеклось. Вот, посмотрите, пожалуйста. Знаете, что перец болгарский я вытащила заранее, потому что он раньше спекся, и оставила только это. Сейчас вот все остынет, и я буду очищать от кожицы все. Все овощи пропеклись, я очистила от кожуры, и сейчас надо мелко нарезать. Посолила, перемешала. Вот такой получился салат.